Итак, тема урока – счета за коммуналку и что с ними делать. Простите, а про отопление сегодня будете рассказывать? Ленка, это, а может, ты давай? Ну... Петров, вы чего к Ленке пристаете? Так это чего, жена моя? Сегодня я расскажу вам, как прожить на маленькую зарплату и отложить деньги летом на море. Че ты ржешь? Записывай давай. К доске пойдет. Так вы же вроде не доска. Вы куда? На перекур. О, я с вами. Домашним заданием было забрать у соседа сотку, которую вы ему одолжили. Кто справился? Лес рук. Ну, неловко, он дверь не открыл. А следующая тема – размножение. Мы так-то разбираемся. А дальше с ними что делать? Так, ты чего спишь? С похмелья. Спи. Завтра последний звонок. Мальчики, не забудьте одеть костюмы со свадеб. Дорогой, я вступила в комсомол. Будь моей женой. Милый, представляешь, мне на работе выдали колбасу. Котик, угадай, кто отжал сегодня ларек? Выходи за меня. Лер, слышь, может, сходим в клуб Сэма Готэми потусим? Че гонишь? Выходи за меня. О, тут новый айфон вышел. Хочешь? Зачем он мне? Выходи за меня. Девчонки, привет. Привет. Он мне уже 3 месяца нравится, а я его инстаграм уже как год лайкаю. Девчонки, что-то так кофе хочется, может... Я сделаю! Слушай, мне тут 2 билета лишних в кино. О, круто. Будь. Сегодня Реал с Баштой играет, может, по пивку? Точняк! Бодя, как тебе моя новая синяя? А я тут новую маечку купила. Ну и, короче, этот хомяк потом через 2 дня сдох. Как интересно! И что там дальше было? Богдан, а я набила татуху с твоим именем. Что, серьезно? Нет, ну я не настолько дура. Ой, надо! Будет моим. Нет, моим. Моим, не сказал. Знакомьтесь, моя девушка Алина. Ну все, мы в кино. Класс. Может, поиграем в шарады? Так, Вера, правда или действие? Правда. Ты мне хоть раз изменяла? Тогда действие. Чего? А теперь можно и выиграть. Ну чё, может это, в дурачка? Пашка сейчас нас всех тут надурит. Самое ленивое животное. Богдан. Ну такое мохнатое, страшное, лапусы. Богдан. Ну такое маленькое, короткое. Чего на меня так смотрите? Богдан, я считаю, что ты должен перестать общаться со своими друзьями. Выбирай, либо я, либо они. Да ты знаешь что? Я с этими людьми с 1 класса вместе. И за все, что мы делаем, мы тоже отвечаем вместе. Я с ними прошел огонь, воду и все самые херовые клубы этого города. Все сауны, ларьки и подворотни. Это они меня подсаживали в окно, когда я делал тебе предложение. Если ты не помнишь, это они нас и познакомили. Так что я никогда их не брошу. Как я должен был сказать? А с Лехой? Особенно с Лехой. Богдан, смотри, осенняя коллекция вышла. Можно я куплю себе платье? Зачем? У тебя же есть платье. Зачем? Ты серьезно спрашиваешь, зачем? Во-первых, я не могу ходить 1/2 года на работу в одном и том же, как ты. Во-вторых, я тоже зарабатываю и имею право на платье. Или мы пойдем в ресторан, и ты будешь в костюме, а я в мешке. Между прочим, я девушка и всегда хочу выглядеть красивой. Между прочим, для тебя, скотина. Поэтому я сейчас встаю и еду покупать себе это грёбаное платье. Ты меня понял? Как я должна была сказать? Смотри, осенняя коллекция вышла. Можно я куплю себе это платье? Зачем? У тебя же есть платье уже. Ой, все. А вы не могли бы мне уступить нижнюю полку? Я, конечно, скажу вам, что у меня спина болит, но мне просто туда впадло лезть. Конечно, девушка. Спасибо, конечно. Спасибо. Скажите, а... Белье свежее? Естественно. В 78-м году стирали. Кстати, клопов боитесь? О!
Ваша отбивная воняет на весь вагон. Я знаю, я для этого ее и взял. Еще на ночь на столе оставлю. Вафли, чай, пиво, все по тройной цене. Извините, а сколько ехать? Не, ну вообще 4 часа, но в вагоне дети, цыгане и дембеля. Так что вам поездка покажется вечностью. А это, в тамбуре покурить можно? Конечно нет. Ну можете со мной договориться. Я подсел к вам в 3 часа ночи и сейчас буду звонить всем своим родственникам. Алло, да, дядь Сереж, да, уже в поезде. Ага. Извините, а это 37-й? Нет, в другом конце. О. Здрасте, я в 37-й. Не-не, это в соседнем здании. О, может это... Здрасте, 37-й? А у нас нет 37-го. Мне печать поставить только. Слышь, мой чувак, вообще... А, пройдемте в кабинет. Доктор, а это лечится? Наверное, да. О, Петров, что в этот раз? Ногу сломали. Прекрасно. Вы проходите, что вам? Здравствуйте, мне печать поставить. Так, Иваницкий. Я Иван... Ой, извини, опоздала немного. Да ничего, это я раньше пришел. Прости, опоздала. Да ты задолбала опаздывать, уже 10 минут жду тебя. Ну подождешь, не умрешь. Я буду воду и салатик. Ты отбивную доедать не будешь, да? Я закажу этот коктейльчик. Да конечно, бери хоть 2. Мне картошку запеченную, мясо по-французски, фуа-гра, печень куриную. Алло, мать! Куда разогналась? Кто вчера на весах плакал? Нам еще одну бутылочку вина, пожалуйста. Еще пиво 2 литра. И 0,3 для леди в стекле. Я припудрить носик. Я в туалет. Окей, я следующий. Куда-куда? Я заплачу. Все нормально. Так, а ты что сидишь? Скидываться не будешь? Здравствуйте. Меня зовут Алексей. А фамилия? Я лучше пойду. Мороз и солнце! День чудес! Извините, вы нам не подходите. Понятно, все куплено, да? Все через постель, ага. Так, ну и кто здесь продюсер? А с водичкой сцены будут? Нет. Пу-пу-пу. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться. Слава водиться! Вы в финале! И каждый раз навек прощаетесь, когда уходите на миг. Отлично, вы приняты. Ой, а куда? Я вообще тут уборщицей работаю. Мам, я не буду. Иди, ты у меня самая талантливая. Здрасте. Здрасте. А теперь песня. Марья Ивановна, а во втором вопросе Б? А в третьем В? Так а такого в интернете нет. Вопрос вообще правильный? Сань, дай список. Ты че, сука? Ой, ручка упала! Сидоров, дашь списать? А я тебе ключ от женской раздевалки дам. Пс, парень! Первый вариант интересует? 2 булочки. Мне на 5. Тогда с компотом. Алло, да, в смысле пожар на втором этаже? Марья Ивановна, эвакуируйтесь!